Новый коронавирус, слишком маленький, чтобы его увидеть, быстро распространяется от человека к человеку, из города в город, из страны в страну, во все уголки мира. Каждый из нас может заразиться, стать носителем и заболеть. Когда зараженный коронавирусом человек дышит, говорит, кашляет или чихает, крошечные капли с миллионами вредных вирусов разлетаются по воздуху и оседают везде вокруг. Вирусы незаметно попадают в наш организм. Мы их вдыхаем, они оседают на рот, нос, глаза и попадают на руки. А потом мы касаемся глаз, носа или рта. Так вирусы попадают в организм и заражают нас. У большинства людей коронавирус не проявляется сильно. Мы можем даже не знать, что заражены, и при этом заражать других, а те – следующих. За несколько недель может заразиться вся окрестность. Некоторые заболевшие выздоравливают сами, но некоторые, особенно пожилые и те, у кого есть другие заболевания, могут болеть очень тяжело и даже умереть. Коронавирус распространяется при близком контакте. Чтобы защитить себя и других, мы должны держаться подальше от оживленных мест и закрытых помещений и сохранять дистанцию. Носить маску, чтобы уберечь себя и других. Не дотрагиваться руками до лица. Кашлять и чихать во внутреннюю сторону локтя. Мыть руки с мылом часто и тщательно. Обрабатывать дезинфицирующим средством поверхности, к которым часто прикасаются. Мы были осторожны, но однажды у мамы поднялась температура и начался сухой кашель. Появилась сильная слабость, боль. Мы вызвали медработника, и она сказала, что у мамы может быть коронавирус. У нас в городе много людей болели этой новой болезнью. Мама должна была оставаться дома, пока полностью не выздоровеет. Чтобы не заразить нас, она должна была носить маску и не подходить к нам. На случай, если мы заразились коронавирусом от мамы, мы должны были оставаться дома 14 дней, чтобы не заражать больше людей. Еду и продукты нам приносил друг. Мы соблюдали правила, старались не трогать лицо, обрабатывали поверхности, часто мыли руки и соблюдали дистанцию. Мы проветривали комнаты, и около мамы всегда были в масках. Шли дни, мама выздоровела и уже не была заразной. Завершились наши 14 дней изоляции. К счастью, никто не заразился. Меры, предпринятые дома при контакте с нашей больной мамой и при нахождении в общественных местах, помогли остановить распространение коронавируса. Предпринимая эти меры, вы также можете защитить себя, свою семью и ваше сообщество.